Снегопад. Разродилась таки зима. Напоследок, 12 февраля. 2020 год, Харьков. Учитывая, что 2 февраля было плюс 10. Десять дней назад было плюс 10. Не знаю, чему больше удивляться. Потому что первый снег выпал в феврале. Или 10-градусной жаре. У лютому. Красотень. Красотень. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала природа, снег выпал только в январе, по версии Онегина, в смысле Пушкина, конечно. Но у нас снег выпал только в феврале, 3 месяца не было никакого снега, и вот тебе, пожалуйста. Ну ладненько, будем ждать весны, на зиму посмотрели.